День, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы покажем, как можно установить Apritus, программное обеспечение Abrik в простонародье, на Windows 10. Показано, что у нас Windows 10 установлено на компьютере. Запускаем софт. От имени администратора обязательно запускаем. Дополнительно нужно установить C++. Программное обеспечение. Ждем, пока установится программное обеспечение. Обновиться. Дальше открываем экзешник с установочным файлом программного обеспечения непосредственно самого Абрика. Запускаем установку. Выбираем автомобили. Полная инсталляция. Ставим галочки «Инсталлировать USB-драйвера». И производим установку. Все действия нужно производить от имени администратора. Напоминаю, что мы производим установку Абрика на программное обеспечение на Windows 10. Нажимаем Next. Драйвер устанавливаем. Также мы видим внизу ссылки на группу ВК. Наш телеграм-канал, где вы можете обратиться с вашими проблемами, к нам написать о своих проблемах и задать вопросы. Закончилась установка драйверов. Программное обеспечение запускаем. Видим, версия у нас, что бутлодер 6 Абрика. Запускается Абрик, программное обеспечение. И видим, что у нас произошел коннект. Все окей. Видим OBD2 разъем. Что у нас все работает на Windows 10 без всяких проблем. Запускаем EEPROM, выбираем, в данном случае это Mercedes машины. Можем выбрать какую-то функцию, и работает также Volkswagen, здесь продемонстрирован. Подписывайтесь на наш ВК, не забывайте ставить лайки. Все на самом деле не сложно, нужно быть просто внимательным. И обязательно произвести установку C++ программного обеспечения до того, как вы установите программное обеспечение Абрика. Спасибо всем за внимание, до новых встреч, подписывайтесь на канал. Всего доброго!